Не, пришла посылка, а что? Уже донес домой эти посылки. Ого. Инжу тогда, когда приезжаю к бабушке. Рама, что там? Что это за легендарный бренд такой? Йоу, всем привет, это мое новое видео. Сейчас я сидел, собирал вот байк, кастом, из своих запчастей, которые вы увидели в прошлом видео. И мне пришла посылка, что детали уже в Украине, короче. А какие детали вы все сейчас увидите? Так что я беру паспорт и лечу на почту. Просто так бегу. Так что я погнал. Летим, чуваки. Вот там вот почта. Все, да? Да. Вот, чуваки, остановился, отошел немножко от почты, забрал вот такие вот две коробочки. Тупо коробки, уже бомба. Так что придем домой и буду показывать, что внутри. Ну так, все бомба. Я уже донес домой эти посылки. Капец, как устал, потому что весело все это так прилично, там еще пех полно. Давайте распаковывать. Я поставил GoPro-шку здесь, чтобы, ну, был угол больше, потому что с телефона не варик снимать неудобно, а камера стоит, так что давайте приступать к распаковке. Давайте сначала возьмем ту, что поменьше. Сразу говорю, я заказывал посылку вместе с Даней. Ого-го. Капец, коробка черная. После грязи или это она цвет отдает. Думал, что уже вымастил лицо. Заказывал посылку вместе с Даней. Вот его инстаграм, где-то здесь. У меня телефон там стоит. Чтобы было видно, что происходит в кадре. Так, распаковываем. Первые впечатления от стресса. И говорю сразу, мы заказали две одинаковые рамы. Потому что там был еще розовый, ну розовый как-то, знаете, не зашел, можно так сказать. Розовый не то, а зеленый камуфляжный, тупо такой топ. Я не знаю, это будет просто такая бомба, что вы себе просто не представляете. Так, здесь открываем, здесь. Так. Оп. И здесь. Так, вот, открыли. Здесь вот чек. Наверное, и гарантия сразу, потому что это идет вот рама стресс без 20-го года. Вот, открываем. Вот здесь такая вот коробка, в общем, ничего. И дальше что идет? Дальше идет опять скотч. Сейчас мы его разрежем аккуратненько. Вот, все. И смотрим, что здесь пришло. Здесь мы видим какую-то... А вот, гарантия. Пожизненная гарантия на раму стресс. Давайте посмотрим. Хотя нет, не будем это распечатывать. Вот, просто пожизненная гарантия на раму. Так, закидываем ее вот сюда. Дальше мы вытаскиваем раму. Я уже вижу, какого она балдежного цвета. Это просто бомба, чуваки. На фотке я примерно представлял, что будет такое, но оно еще круче. Вот. Здесь выпал еще болтик для подсидела. Вот такой вот. Так. В раме больше... Ой, в коробке больше ничего нет. Наклеек сюда вот не закинули. Надеемся, что положили в следующую. Вот. Давайте сразу закинем этот болтик сюда. Потому что он будет ждать своего владельца. Даниила. Вот. Ну что, распаковываем раму.
Что, чуваки, вы готовы? Потому что я не совсем готов. Так. Ого, я уже вижу этот просто бомбический цвет. Он настолько крутой, что ну, я вам реально не передам слова. Ты шо, он бомбовый? Ля, ты шо, пацаны? Рама, стресс, без 20-го года, на пожизненные гарантии. Тупо то, что надо. Вот такие здесь косыночки, гравировочка. Наклеечки, стресс. Вот их фирменные эти, Вульф, не помню, как называются эти перемычки. Рама тупо, вот реально, первые впечатления, прям бомба, реально. Мне очень сильно нравится этот цвет и эта рама. Все, чуваки, это ростовка 25. Так, стресс... GPS. Вот, да, 25. Все четненько. Но здесь будет слабо видно, потому что это GoPro-шка. Короче, вот такая вот рама. Цвет реально просто такой заряженный. И давайте расскажу вам сразу про геометрию. Здесь, ну вот, верхняя труба у меня будет и у Дани 25. Здесь угол у 2020 года они... Ну, модели 2020 года сделали угол по тупее, что, что будет легче, чтобы было легче заходить на nose manual. 75,5, типа, был просто 75. Дальше угол этот 72, высота каретки 8,5, а стендовер 9,22, что будет просто топово для барспинов, чтобы зажимать, и даже для, для очень крутых балансов. Перья 12,66. Я могу сказать так, я себе в конце был даже подвинул на BSD LVX немножко перья, потому что мне было удобно делать эти мануалы. А сейчас байк будет и дерганым, потому что ростовка 25 была немного подлиннее у меня, и перья 12,66, то есть и резкость будет максимальная, и будет максимальная, ну, для контроля мануалов всяких и прочего. Прям рама, то, что надо. Выбирал. Самое главное, прочность, удобность, ну, и цена. Потому что за такую цену с пожизненной гарантией вы ничего не найдете. Просто ничего. Из такой геометрии. Так что рама просто выглядит очень круто. Максимально круто, серьезно. Она вообще не так выглядит на сайте. Прям вообще. По-другому, серьезно, ребят. И покраска очень крутая. Именно качество. Так что давайте ложим это все обратно. Ставим. Чтобы Дане было приятно все-таки тоже испытать эти первые впечатления. Так, все, я уже запаковал ему раму, все, болтик поставил. Этой раме я буду прям уверен, ну, можно сказать, на 99%. Даже на 100%, потому что гарантия. А если сломаю, просто меняю на вторую и уже катаюсь спокойно. Сейчас пришли Даниил и Вадим. Отдают Дане раму. Сейчас будет распаковывать. Он забрал себе покрышечки. Это самые топовые покрышечки, которые есть. Рекомендую всем. Эклад Мираж. Топ. Ну что? Мираж-тест. Рама, что там? Первые впечатления. Просто серьезно, у вас... Не? Вообще нет таких цветов на сайте. Вообще, он намного крутейший. На сайте он какой-то такой оливковый больше, а тут он прям, ну, рама дуже... Спасибо. Прям топ. Так что заказали вдвоем. Так, с цебулки, и топ. Топ. Так. Все, берем теперь вторую посылку. Это уже поярче. Побольше, так сказать. Так, давайте откроем с второй стороны. А нет, давайте все-таки с этой.
Так. Распечатываем. Так. Камера все пишет, все четенько. Оп, 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 оп. Кстати, чувакам с города, я ничего не говорил, когда заказывал. Потому что, ну, я не люблю рассказывать. Если рассказываешь такой прикол, типа, то оно может просто, ну, никогда не случается то, что ты расскажешь. Ну, типа, такой прикол. Вот здесь, типа, чек. Так, открываем. О, чуваки, это просто. Смотрите, что мне закинули. Вот. Red BMX Stress Skin Karma Sweet Skin Dumps. Тупо такой стикер-пак бомбический. Дальше. Карма. Три наклейки Карма. Супер. Карма — это дочерний бренд стресса. Типа, это все одно и то самое. Monster. Make BMX Great Again. Это то, что надо. И это такие наклеечки. Это тупо бомбочка. Респект стрессу за наклейки, за то, что они хоть что-то положили. Я думал, просто, ну, не будет. Хотя, я так и думал, что здесь все будет. Так, ставлю все сюда. И дальше ставлю обратно камеру на место. Все, стоит, все четко. Берем и вытаскиваем это все. Ого-го. Здесь столько всего, что... Что? Так, дальше. Вот здесь сразу болтик с гайкой. У меня, кстати, на раме LVX BSD титановая вот эта гаечка. И я её оставлю себе. А эту, ну, или эту оставить, потому что она такого же цвета, как и рама. Вот, вытаскиваю. Здесь. Пега. Стресс BMX. Длиннющая. Пластик жирнющий. Вес легкий. Вес легкий. Пеги. 4 пеги сразу идут мне на байк. Сразу. Вот. Еще одна пега. 115 миллиметров пеги. Так, дальше. Опять же. Пега. Стресс пластик. 115 миллиметров, 3 штуки. Вот, еще пеги. Вот, уже 4, 5, 6, 7, 8. Вот, это уже пластики пошли. Я заказал их 8 штук, потому что ребят там тоже, ну, надо, если стираются пеги, им же надо пластик. Они, я думаю, сразу будут покупать, ну, примерно по 2 штучки или где-то так. Ну, у меня пластик уже стоит примерно, ну, пеги стоят год, но пластик еще не стерся на них, потому что, ну, я особо не гринжу, я гринжу только, когда приезжаю к себе, гринжу тогда, когда приезжаю к бабушке. Там есть, построили как раз скейт-парк, или я гриндил еще во Львове был. Ну, типа, у меня в городе нет где гриндить, прям учиться. Я только приезжаю, где-то поучусь немножко и все. А так, ну, пусть пеги стоят, типа, ну, они мне не мешают. При этом это пеги стресс, они весят вообще, ну, ничего, можно сказать. Так, дальше. Оба-на. 4 штуки пластика. Дальше. Пеги. Вот, пега. Еще одна. Пластик. Затарился, чувак, можно сказать. Вот, еще пега. И пега. Здесь будет много пег и пластиковых накладок. Сразу говорю. Пластик, пластик. Пластик. Пега. Это просто самые крутые пеги, которые сейчас есть. На данный момент в Украине и вообще. Мне кажется, что даже... Можно сказать, даже во всем мире. За такую цену и при
при таком качестве, ну, это очень круто. Прям очень. Пеги, пеги. Здесь полно пег. Сейчас я вам покажу, ребята. Пеги. Короче, она весила 7,5 килограмм или 8. Это все чисто пег полно. Так. Все, пацаны, пеги закончились. Да, пеги закончились. И подождите. Покажу вам, сколько пег. Вот. Это все тупо пеги. А это пластик на пеги. Это тупо жесть. 4 себе и остальное на продажу. Так что, если вам нужны пеги на BMX качественные, дешевые, 450 гривен одна штука, залетайте в BMX запчасти. Здесь надпись Инстаграма, пишите мне. И пишите, хочу стресс пеги, я вам пишу. Окей, и все. И отсылаю вам их. Все, да. Здесь больше нету ничего в коробке. Вот. Вытягиваем саму раму. Вот. Опять же, это тупо эмоции не передаются словами, реально. Просто непередаваемые ощущения. Каждый раз, когда смотрю на эту раму, прям очень восхищаюсь. Вот, здесь еще такие 3 зубцы на перьях. Может видно, может не видно. Вот, вроде видно. И здесь, и здесь. Так, смотрим на ростовочку. Без 25, да, все четко, пацаны сработали, привезли рамы, отправили все четко, наклеек немножко положили, могли конечно больше, но спасибо на этом. Так что вот такая вот рама, стресс, буду кататься, буду тестить, буду пробовать, тестировать. А свое я продаю на своей, собрал кастом, так что... Если хотите купить, опять же, BMX запчасти Ужгород, и там будет висеть тот велосипед. Так что, такая вот посылочка, ребята. Наверное, буду уже прощаться. Нет, еще не будем, видос не выключайте, там еще одна посылочка. А когда соберу байк, я вам сразу выложу ролик. Прям сразу вылаживаю. Набирается просто, ну, просмотров немножко хоть. Я сразу вылаживаю ролик новый. Так что, такие вот дела. Я очень рад, прям очень. Не описать мои эмоции. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите байк-чек, то пишите, хочу байк-чек, и я буду снимать его. Ну, я сниму его. Йоу, чуваки, на этом видосик не заканчивается. Вот я собрал свой велик новый. Да не, шутка. Я просто брал его перебирать, мне дал друг на переборку, на пересмазку, все ему пересмазал. Сейчас я быстренько лечу на почту, там еще приехала очень крутая деталь для моего байка. И все, пацаны, давайте, погнали, летим. Все, чуваки, посылку я уже забрал, байк отдал, так что теперь лечу домой. Вот такая вот посылочка. Может, вы уже догадались, что там. Может, нет, но сейчас будет обзорчик. Так что пошли. Так вот, забежал домой, сейчас буду открывать. Это уже последняя деталь к моему байку. Просто последняя, надеюсь. Так что все четенько. Вот. Снимаем уже верхнюю, уже видно, что это за бренд. Что это за легендарный бренд такой. Я не могу нормально открывать, потому что палец вчера порезал. Так,
сижу на ковре, как-то немножко неудобно, но сойдет. Вот, Одиссей. И вы скажете мне, зачем мне же опять Одиссей? Так, это не R25, всем привычная, не R32, не F25, это Озер. А Озер значит, что это Одиссей F15. И вот, точнее R15. Вот она, здесь вот такие вот наклейки с Аброза. Рипсы King Ace. Это не мне, это моему другу. Он со мной заказывал просто совместно. Дальше, Одиссей, стикерочки. Cinema, стикерочки. Bike Stuff. Номер промокода не покажу, но это купон на 8%. Так что супер. Дальше. Animal. У них очень крутые наклейки. Пошли, вижу, первый раз такое, типа. Вот, Bike Stuff, новые. И вот наша легендарная вилка. Первая вилочка моя такая крутая, можно сказать. Догоню не первая, но вот гарантия и наклеечка. Топ. Сейчас распакую. Вот вилочка. Тупо бомба. Бомба. Вот здесь такие вот прямые. Более-менее дропауты. Гравировочка, все то же самое, но выбег 15. Так что топ. Все тогда. Всем пока.